Прохладненько. На, давай. Бери бокальчик. И у меня такой же. И у меня такой же. Давай со встречу. Горячий. Да, без молока. Видишь, идет пар. Значит, на улице не жарко. Ветерок дует, но осы, осы, осы. Осы одолели. Так, моя сладкая, ты макияж будешь сегодня делать со мной? Это будет видео ASMR макияж для всех, кто первый раз смотрит меня. Я говорю, что я вот такие снимаю видео ASMR макияжики, где шепчу, крашусь, болтаю, могу тебя накрасить, тебе и тебе, если ты хочешь. Кто хочет? Кто хочет? Кто хочет, моя сладкая? Накрасимся. Так, давай кофе хлебнем. Я сегодня хочу сделать макияж, который я, ну как бы, я такую технику еще ни разу не делала. По такой технике. Это я где-то прочитала, что сейчас модно делать макияж с акцентом на нижние веки. Я не знаю, пойдет ли в мои 80 плюс такой макияж с акцентом на нижний век. Попробуем. Попробуем. Давай, за наше здоровье. И приступим. Тебе все то же самое. Повторять, что и мне, что я себе буду делать. Да? Да. Как мы договоримся, сначала я делаю себе. Потом то же самое тебе. Да? Да. Потому что такое я ни разу не делала. Люблю тебя, моя сладкая. Люблю тебя, моя хорошая. Так рада, что ты ко мне зашла. Вот сделаю этот макияжик. Потом пойдем погуляем с тобой по дачам, да? Полазим, посмотрим, что тут у нас как, солнышко. В обед где-то в 12 часов, 13 уже будет, 21-22. На солнце еще жарко, просто я в теньке сижу. Так, все, приступим. Сделаем сначала все лицо, короче, потом глаза, потом, если что, подотрем. Консилер Dior. Нет, чуть-чуть на подбородок. Давай на носик. На лобик. Высветлим, да, чуть-чуть эту часть лица. Разносить буду с пончиком. Он мокрый. Я его намотила, потому что я долго готовилась тут на улице. Пока кофечка нам с тобой налила. Пей кофе. Вкусный. На здоровье. Thank you.
груши, для тех, кто не в курсе, падают на крышу, которая надо мной навес. Так. Я зеркальце возьму с твоего позволения. Блин, попробую открою зеркало, называется попробую открою, я его приготовлю. Погода восхитительна. Жара у нас спала, конечно, уже все, видишь. Днем 21-22. Прошлые выходные было 32. Уже конец. Я сегодня смотрела про спонжики. У меня же дешевые эти спонжики с Фаберлик. Говорила, я их люблю. Они мягкие, маленькие. Но я не знаю, я, может быть, сладше морковки ничего не ела. Мне им удобно. Я большой спонж недавно взяла новый, выкинула его через 3 раза. Не знаю, короче. Настоящий бьюти блендер я ни разу не пробовала. Ни разу, честно говорю. А Real Techniques пробовала, ничего. Ну, ничего особенного для меня. Давай теперь снизу. Хорошо, разнесешь. Сразу посвежали, да? Глазки. Давай, за наше здоровье и за наше благополучие материальное. Короче, она там купила косметику, давай. Лобик. И показывала. И купила спонж. Тоже показывала. Короче, эта девушка. Сейчас новый купила. На скидках в Сефоре за 15 евро. Типа бьюти-блендер настоящий. Я офигела. 4 года. Сколько там говна собираться может? Я вот мою их тоже. Вот 3-4 раза мою, выкидываю вот эти маленькие. 3-4 раза помыла, выкинула, они стоят копейки. 4 года мыть один бьюти-блендер. Как бы ты там не мыла, ёшкин кот, там же, может, или, может, я такая, как мой муж говорит, там, типа, это, преувеличиваю, ну, не знаю. Давай тональную основу. Короче, кто про бьюти-блендер знает, покажите, 3-4 года им пользоваться можно. Моешь, он опять как новый, моешь, он опять такой как новый. Ну, тогда за можно, конечно, его покупать за любые деньги. А так, я не знаю. Я бы, мне кажется, сама не смогла 4 года пользоваться. Давай сначала себе, потом тебе. Ты же так хотела, да?
И вот, и что-то я... А я сидела, завтракала как раз. Это еще вообще рано утром было. Включила интернет, почитала ваши комментарии, там ответила вам на вчерашнее видео. Там мыло, где хозяйственное, я царапала. Не удалой макияж, вот на эти комментарии ответила. Потом думаю, посмотрю, что там. На ивленте же у меня выходит, я подписана на эту девушку. Такая хорошая она. Но я просто от этой информации, честно, ошалела. Офигеть, Дерек. Но я знаю, что есть люди, которые кисти редко моют, там раз в месяц даже бывает. Это тоже для меня дикость, если честно. Если честно. На кистях я не знаю, я кисти мою каждый макияж. Может быть, конечно, у меня кисти портятся. Фиг с ним, я куплю новые. У меня кисти и не по 100 тысяч, там не бешеные тысячи стоят. Ну, бьюти-блендером пользоваться 3 или 4 года. 4 года, по-моему, она сказала. Так, чуть-чуть посмотрю в зеркальце. Ага, вот носом забыла намазать. Вот. В общем, ладно, про бьюти-блендер успокоились. Никого соседей здесь нет. Соседи есть только там, где Букля. Молодые. Яночка с Сашей. Мы приехали в пятницу вчера. Уже темнело. Жуткие. 1:20 мы ехали. Это задолго. Без пробок мы за 30 минут доезжаем максимум. На дачу из дома. Вот. Но для меня это жуткие. Я знаю, что такое, где там часами. Для меня это жуткие пробки. Вот. Я вся на говно зашла, пока мы сюда доехали. Вот и все. Я не могу так сидеть, пыхтеть в этой машине. Окно откроешь, вниз вот этих выхлопных газов закроешь, дышать нечем. Короче, я вот такая противная, вот и все. Так, сейчас, все. Я люблю долго с панжиком долбить по лицу, да, как ты говоришь. Она так лучше прикатывается, мне кажется. Каналка. Сыпочки лают у нас. Тут много собак и у людей, тут много людей живут же, и бродячих стаи собак. Так, моя сладкая, давай тебе. Ты же будешь там молочку наносить? Давай. Влажненький спальшик, давай. Глазки закрой. Щеку. Поверни щечку. Давай другую. Подними. Ну все, красавица. Моя сладенькая девочка. Что-то мне не нравится свет. То ли на меня солнце как-то светит. То ли чё, я не так хуже, мне кажется, да? Какое-то мутное солнце, что ли, откуда-то выходит. Ты меня разглядишь, ну ладно. Какое-то как мутное, что-то такое. Светлое какое-то такое. Не знаю. Глаза мне слезятся с утра. Еще даже я только встала, вышла на улицу, ветерок, у меня слезятся глаза. Сразу говорю, это не от макияжа. Так, теперь
Правильно все. Моя сладенька. Так, а ты себе его не почитала. Угу. Сейчас просто нарисую, сделаю лицо. Хорошо? Хорошо. Я возьму самый светлый карандаш, который у меня есть. Остаточки Лореальки. Куплю Лореаль, как только вот доберусь до этого магазинчика косметического. У меня сегодня на голове я упала, сеновала, тормозила головой. Но я старалась, если честно. Так, 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 так. Угу. Моя сладка. Давай. Вкусняшка уже остыл почти. Чуть теплый. Смотрела с придушей последней. Не смотрела никогда. Там я говорила, что заказала две палеточки Наташи Динона. Не слышала. Это там будет ретро. Последняя палетка новинка. И мини-голд. Она такая зелено-золотая. Я ее хочу. И эту ретро хочу. Она такая там. И нюдовая, и какая-то красно-сливовая. Короче, у меня таких цветов нет. Я хочу попробовать ее текстуры. Но это из Америки, из Нью-Йорка. Я не знаю, они уже отправили, но когда они придут, я не знаю. Может, в октябре придут? Не знаю. Люблю тебя. Ой, чуть зеркало не уронил. Крохотать. Ну, сейчас накрасимся, пойдем погуляем. Походим. Осень, да. Осень, осень. У нас пока дождей не было. У вас дожди идут, да? У нас пока нет. Вообще такое, чтобы дожди зарядили, практически редко бывает. Редко. Бывает там дождь сегодня, завтра уже все. Ну, максимум 2 дня дождь покапал. Не знаю, я не помню, чтобы дождь как зарядила неделю или нет. Не помню. Не знаю такого. А может, у меня уже... У меня там ароматик дня будет. Сейчас подожди, брови нарисую. Хорошо, что ты мне напомнила. У меня сегодня аромат дня, на который у меня вообще нет никаких ассоциаций. Представляешь? Вообще. Это очень знаменитый аромат. Сейчас. У меня вообще никаких нет ассоциаций.
ни каких-то там хороших, ни радостных, ни грустных, никакого там визуального ряда там абсолютно. Это дорогущий, дорогущий аромат нишевый. Из келенов. Сейчас подухаримся. А ты мне потом напиши, пожалуйста, в комментариях, вот она хорошо, вот у тебя какие, если ты знаешь этот ароматик, я ж тебе подухарю. Напиши, у тебя есть какие-нибудь ассоциации, как он тебе нравится, не нравится, что ты вот. У меня вообще ноль. Я вот сейчас в нем сижу, я утром специально рано им надухарилась, чтобы сейчас с тобой подухариться. И может быть что-то у меня, какие-то ассоциации будут. Ноль вообще. Он мне и не нравится. Нет такого, что он мне нравится. Нет такого, что он мне не нравится. Я могу его на брызгать и носить. Ну, я бы его не купила никогда. Потому что, ну, нет никаких. Он не противный, приятный. Угадаешь? Нет. У Киляна много ароматов, ты права. Сейчас брови расчешу. Тебе еще почесать брови. Вот такой щеточек. Давай. Вверх поднимем чуть-чуть. Солнце, солнце. Солнышко, солнышко. И такое у меня очень редко бывает. У меня бывает, что там вот аромат, яркие ассоциации. Бывает, ассоциаций нет. Ну, тогда я могу сказать, нравится или не нравится. А здесь мне пофиг, понимаешь. И не нравится, и нравится, не могу сказать. Ассоциаций вообще никаких нет, не знаю. Зато у мужа моего ассоциации. Сейчас скажу все, подожди. Сейчас тебя надухарю, сама надухарюсь. Может, к концу видео что-то. Нет, это от Ливанти, кстати. Этот от Ливанти мне Кристина сделала. Я не знаю, сколько он у меня уже. Ну, наверное, весной стоит. Вот, попробовала. И у нее из флакона, ну, я им пользовалась. Ну, моя хорошая, где он? Вот он. По цвету угадаешь? Киллиан. Это почерк моей дочери. Киллиан. Лав. Киллиан Лав. Вот такого цвета. Если кто-то смотрит мои видео впервые, есть такие товарищи, пишу, что у меня все ароматы, это не оригиналы. Идите в жопу. Угу. Простите, мои сладкие, это я не фан. Это я тем раздолбаем, которые пишут мне всякую херню. И еще тем раздолбаем, которые пишут, что в моих видео должен быть только один позитив. Нет, в моих видео жизнь. Короче, все. Так, Киллиан Лав, он вот такого цвета, его флакон не идет. Знаешь его? Нет? Давай. Закрывай глаза. Давай. И вот так себя. Сейчас, может, хоть, ну, вот что-нибудь я почувствую в процессе. Давай. На улице тем более. При вот такой температуре. Вот столько было, столько брызгали. Если еще захочешь, скажи, я тебе нафигачу, мне не жалко. Я вот эти вот отливантики вам показываю, рассказываю о них. У меня, мне говорила, что у меня их целая коробочка. Хочу их все использовать, чего они стоят.
Ну, попробую. Я пробую, выкидываю, пробую, выкидываю вместе с тобой. Так, надо на руки вот сюда вот сделать. Вообще, не знаю. Сладкая сладость, да? Угу. Killian Love. Ну, такая. Он приятный, я ничего не говорю. Он не противный мне. Он приятный. Ну, не знаю, вот на мне он вот как сейчас вот я нанесла, да? Вот он вот так вот будет до вечера сидеть. Он стойкий, стойкий. Сладкий какой-то, ванильный. И все, больше ничего не могу сказать. Вкусный. Мне кажется, это гурманский аромат. Вкусная ваниль такая. Ассоциаций вообще никаких нет, не знаю. Love — это любовь же. Может быть, для кого-то, я не знаю. Для меня он плоский, сладкий, вот и все. Я знаю, что очень многие любят его. У меня там майка еще, но я стараюсь ее все заправить. Холодно, я нарядилась. Короче, тебе нравится? Слава богу, мне тоже нравится. Но у меня нет мурашек от него, понимаешь? Нет восторга, бывает аромат. Вот так вот, ох, восторг, понимаешь, здесь нет. Ну, такой сладкий. Такие ароматы, скорее всего, мужчины любят, я думаю. Они же любят всякие конфетки, такое все. Он для меня незамысловатый, но он дорогой, да. Он вообще дорогой по деньгам, мани-мани. И вот по тому, как я его ощущаю, он дорогой, это не дешевка. Это не Фаберлик. Не хочу обидеть тех, кто любит Фаберлик, и не это. Это сразу чувствуется, что это ниша. Это дорогой аромат, но... Не знаю. Так, не знаю. Не знаю. Тебе нравится-то? Я знаю, что многим нравится. Дочь моя его обожает. Обожает. Еще там кучу киллианов она обожает, у нее много есть. Но я про кучу сказать не могу, но конкретно вот Love, не знаю. У меня вот что-то другое было, я не помню. То ли отлет какой-то, то ли у меня какой-то аромат был. И мне он так казался похож на Killian Love. Короче, не помню. В общем, вот так. Аромат сладкий, ванильный, женский. Ассоциаций никаких. Я бы себе не купила, если бы подарили, взяла бы. В общем, ай, там у меня майка. Простите меня за непрезентабельный вид. Так, все. Основа у нас с тобой схватилась. Давай лицо сделаем. Давай, давай. Давай бронзер. Бронзер румяшки, да? Да. Тамая сладкая, тамая сладкая. Сначала это буду делать тебе, потом себе. Моя сладенькая. Было хорошо со мной, комфортно, чтобы ты отдыхала, расслаблялась, наслаждалась покоем, отвлекалась от всего. Забудь обо всем, пока ты со мной. Думай о себе, люби себя, люби себя. Вот в любых ситуациях люби себя. Это трудно бывает очень, но когда что-то помни о себе, о своем здоровье психологическом, физическом и так далее. Что происходит с нами, когда мы реагируем на каких-то людей, на какой-то негатив. Подумай о том, что, возможно, это специально нас вводят. Ну, ты все. И посылай в
всех куда? Правильно. Вот не зря мы с тобой общаемся. Люблю тебя, макушечка. Так, сейчас перед лицом. Вот так же мне пахнет. У тебя что-то раскрывается в нем? Раскрывается? Значит, я просто его не это, не могу понять. Ну как, я его понимаю по-своему. Я же тебе говорила, что есть ароматы, которые я вообще... Какая-то у меня она змея на них, вот говорят же. Я же тебе говорила, помнишь, я себе покупала Том Форда. Как же он там... Господи, сладкая эта ваниль, это ваниль фаталь, помнишь? Помнишь? Я купила за бешеные тысячи, там за 200 или больше долларов. И для меня это был костер, залитый водой, вот эти угли вонючие, жуткие. Я вообще не могла его носить. И я его продала, с удовольствием люди купили у меня его. Уже открытый, его трудно было найти его еще. Кристина мне нашла, купила в упаковке, в следе все. Не смогла носить. Ну, что, портить продукт. И так же вот, может, этот, я не знаю, может, он восхитительный такой. Ну, для меня просто сладость. Сладкая сладость. Вот. А, что я опять начала, ты зайчик мой, милая моя, прости. Я как-то утром надухарилась вот этим. Gillian Love. И специально шарюсь по дачному домику. Он вот тут. Шарюсь. Думаю, мой муж сейчас что-нибудь скажет. Молчит. Я же его научила не комментировать мои ароматы. А если комментировать, только положительно. Ну так. Он молчит. Я хожу. Он все молчит. Я спрашиваю, чем-нибудь пахнет? Он говорит, да. Я говорю, чем? Он, честно тебе сказать? Я говорю, да, честно скажи, чем пахнет? Он говорит, сигаретами, капитан Блэк. Ты кидываешь? Я говорю, серьезно? А чем пахнут сигареты, капитан Блэк? Он говорит, ну какая-то там ваниль такая с фруктами, типа того. Ванилью какой-то такой пахнет. Я говорю, ну табаком же не пахнет. Он говорит, нет, не табак. Табак мне не напоминает. А вот почему-то сразу у него ассоциации возникли сигареты капитан Блэк. Но у меня такие ассоциации не возникли, потому что я их, ну, не курила. Вот. Так что вот сигареты капитан Блэк, ёшкин кот. Для моего мужа. Ладно, все, делаем лицо. Здесь моя сладкая. Угу. Чуть-чуть бронзер, да? Угу. Давай. Сразу волосики вот так сделаем. Давай, щечки. Сигареты, капитан Блэк. Давай, моя сладкая, вторую. Давай, лобик. По бокам и на щечки вот так вот. Сейчас еще наберем. Давай. Моя сладенькая. Румяшки теперь, да? Румяшки. Румяшки сделаем тепленькие. На мой выбор. Хорошо. Улыбнись. На яблочке. Давай нос не будем сегодня. А то уже как-то осень. У многих дожди идут. А мы тут носы красные, да, накрасим? Да. Да, моя сладкая. Моя сладенькая, я камеру протерла. А то что-то... Смотрю, пальцами же я тыкала вот так вот в экран. А они у меня в этом... Себе теперь. Угу, чуть-чуть. Руки это налка. Заляпала все, потом что за изображение было. Угу. Да, такой бронзер, как румянок. Собака моя там ходит, придусь. Пошел гулять на солнышко.
Он всю неделю от удачи ждет у меня, сладкий мой. Ой, как пахнет аромат суперский, в принципе. Ну, сладость и сладость. Вот она для меня просто какая-то такая сладость необычная. Для меня не фруктовая сладость. Не знаю, какая-то курманика. Курманика, курманская сладость. Так, сейчас себе я румяшки. Это совсем безвеликий. Не хочу так сильно. Пудру сейчас сделаем, сейчас. Потом еще пудру делаем. Давай тебе добавлю, добавить. Ну, такие они. Персик. Персик. Выпила свой? Выпила? Нет еще? Давай допьем. Еще чуть-чуть тепленький. Стаканчик. Вот такой же с кисточками. А это второй у меня появился. Это Бакарди. Напиток, знаешь, такой спиртной. Это мой муж сюда привез на дачу вчера. И он со стаканом в коробке продается. Я стаканчик держу. Мне нравится даже кофе из него пить. А это Бакарди, я так поняла. Оно ж крепкое. Нафига такие стаканы продают? Его, наверное, надо разводить. Он разводил его со льдом и еще чем-то. Такой аромат суперский. Это какой-то итальянский напиток. Крепкий, да. Вкусно пахнет, блин. Но я не пью еще. У меня вот кофеек. Так, моя сладкая. Глаза, да. Глаза меня не радуют, честно скажу. Как-то ветерок задует прохладненько. И это... Так, я хочу припудриться и тебя припудрить. Так, я хочу другую пудру поменять. Фу, пока что вот это. Ардеко, да? Ну ладно, скоро я другую буду. И лечу. И в Сен-Лоран сад. Нет, не хочу доставать. Сейчас моя сладкая. Сейчас мы с тобой припудримся. У тебя первую? Давай. Щеку. Давай. Глазки закрой, глазки надо припудрить. Это такой макияж будет, да? Угу. Припудрим глазки, да. Угу. Так делай. Ты губки намазала? Моя сладенькая, красавица моя. Я даже брови себе припудрила. Глаза закрываю, чтобы ничего лишнего туда не попало. И так они у меня слезятся. Хотят слезиться. Блин, опять где камера у меня? Пудра, прости. Так. Ну-ка, я смотрю, там вроде ничего. Пудра сухая просто была. Освещение такое здесь. Века надо припудрить. Мы же наносили на него этот, как его, праймер.
Да. Так, пока все. Дальше видно будет. Так, теперь делаем глаза. В общем, здесь будет черная стрелка. Внизу будут яркие тени. И глаза, и ресницы, и губы. Все. Попробуем. Попробуем. Стрелку хочу четкую. Четкую стрелку лайнером. Где лайнер? Подожди. Вот он. Черный лайнер. Буду пробовать ночью делать. Глаза слезятся на ночь. Короче, Бог помощь. Да? Сначала себе, потом тебе. Угу. Стрелку не как рва самолета, нет, просто стрелка. Но во всяком случае я хочу такую аккуратную стрелочку черную. Сейчас 14-м каталоге Фаберлик, вот эти вот лайнеры будут за копейки. Я себе черных возьму несколько штук. Это, конечно, не Том Форд, это Бритуша лает. Бритуша, успокойся, мой сладкий. Это там проснулись соседи, у них букля. Нельзя лаять, маленький. Иди к папе. Прости. Давай быстро иди к папе. Папа, забери, пожалуйста, Бритушу. А то он лает так громко. Не дает нам видео снимать. Все, забрали. Солнце светит. Сейчас. Ах, вот так вот сейчас. Я сейчас нарисую. И тебе покажу, ладно, моя сладкая? Угу, такую стрелку. Ну, чуть-чуть, сейчас, подожди. Как всегда начинается. Ничего, я сейчас вытрусь, будет лишнее. Понесла душа в рай, короче, с этими стрелками у меня. Ой, я не могу сделать вот тонкий кончик, короче говоря. Вот это маленькая. Маленькая? Угу. Сейчас, подожди. Подотру сразу. Это стучат мои соседи. Они. Лайфхак. Они проснулись и работают уже, видать. Разгребают свою дачу. Они так рады этой даче. Молодые. Короче. Ну вот она у меня идет. В принципе, направление правильно. Ну, наверное, можно было чуть-чуть вверх. Ладно. Короче, как получилось все. Этот макияж, я вообще волнуюсь, если честно, потому что... Я все думаю, как сделать нижние веки. Ну, в смысле, как технических сделать. Так, некоторые люди сначала рисуют вот так вот. Подождите, к нам кто-то пришел. Прости, пожалуйста, это приходил сосед наш. Наша хозяйка заказала ему ворота. Короче, сварить. Мы вчера приехали, там ворота новые стоят. Он пришел это делать. Ой, ладно, слов не донесли они. Мой супруг его отправил. Сказал, что сегодня ничего доделывать не надо.
И разговаривать сейчас некогда, потому что Оксана видео снимает, а ты все. Поговорят попозже. Я не знаю, я всю жизнь как-то рисовала стрелки. И всю жизнь они у меня были нормальные. Как я стала на видео рисовать, всю жизнь у меня какая-то фигня. То ли это залипает, то ли что. Я всю жизнь, если честно, их рисовала карандашами. Вот эти вот лайнеры. Я не знаю. Они огромные стрелами рисуют. Не засохло, чтобы они одинаковые, блин. Вот и все. Попробуй подправь, она схватилась уже и все. Да. Вот все, глаз потек. Видишь? Я не врушка. Шучу, шучу. Так, теперь прорисовываем всю слизистую. Ты сама себе прорисуешь слизистую, да? Да. Ты черную хочешь или коричневую? Коричневую. Тогда на тебе коричневый карандашик потом. Бери. На. Шла? Шла? А я себе буду черным. Давай. Ось, надо уже в помещении снимать, чтобы глаза так не дул ветерок холодный. Так, три слеза. Так. Так. Тут я, конечно, лайнером лестничный край не прорисовала. Мне бы хоть стрелку нарисовать, да. Поэтому это можно карандашиком все сделать.
Я никуда не тороплюсь, ты не торопишься. Что-то не смотрю, там тебе видно, не видно, прости меня. Смотри, красиво, да? Я вот тут подводку соединила чуть-чуть в уголке, вот так вот. Раз, со стрелочкой. В принципе, можно ресницы накрасить и губы, и все. Правда же? Я люблю такой макияж. Но я хочу чуть-чуть украсить нижнее веко сегодня. Мне кажется, я могу изуродовать этот макияж с этими тенями на нижнем веке. А тебе? Так, все. Ты все? Начинать стрелки рисовать карандашами, как всю жизнь. Рисовала, так и делать. Так, все. То, что вот тут в уголках, это ничего страшного. Так, дальше, все. Ты молодец. Молодец. Давай карандашик мне сюда. Давай. Спасибо. Дальше я тебе сама все делаю. Ладно? Смотри, что я буду делать. Черным карандашом. Опускаюсь чуть ниже. Стрелка, она сама по себе. Туда. Блин, ну куда я засунула? Уже карандашом полезла. Люблю карандашики-то. Вот плохо, когда видео не монтажируешь. Так села, нарисовала себе стрелки. Или там что себе нарисовала, что тебе надо. Потом хопа, хопа, красавица, да? Под ресницами. Вот ресницы все прорисовала и под ресницами рисую. Видишь? Я не знаю, как это может красиво сейчас будет. Или некрасиво. Не сильно низко. Меня уже понесло. Вот так, поняла? Вот так. Нет, это так не останется. Это подложка. Так. Да я пробую. Она будет сама по себе, да. Там не знаю, как она там будет смотреться. Сейчас разберемся. Опять слеза прям глазики. Это еще же Maybelline застывает сразу. Его надо быстрее вот сюда вот. Протаскивать карандаш. И все, и он застыл. Угу. Ой, наверное, опять напишут мне макияж Джокера. Ой, подожди, слезы. Бог это все размазывает ниже
Все, мы сейчас будем это тенями покрывать. Блестящими. Угу. Да? Тебе делать так? Давай, не бойся. Смотри вверх. Давай. Ну что ты че? Коричневым слизистую сделал, какая разница. Ничего страшного. Это у меня одна длиннее другой. Угу. Ой. Оксана экспериментатор. Зато интересно, да? Так, клей. Да, тут клей будет. Такая кисточка. Беру клей. Вот он, Никс. И вот это черное прохожу, не клеем. Ниже ресниц. Даже ювелирная работа, я же сейчас все ресницы заклею себе. Не знаю, что с ресницами будет, но клеем. Я прошлась по всему глазу и даже в уголок вот сюда. Вот так. Ресницы точно склеились. Ну ладно, посмотрим. Я так хочу. Вот какая пчела. Тебе делать так? Делать. По чуть-чуть, потихоньку. И в уголок ты все видишь там? Тоже клей. Так, тут у меня, прости, слеза потекла. Я ее на ватку собираю. Так, этот клей уже засыхает. Господи Иисусе. Не знаю, что тут с ресницами будет. Давай себе наклею, потом тебе все сделаю сразу, ладно? Тени, а то потом фиг их что сделаешь. Надо маленькую какую-нибудь мне кисточку. Сейчас поищу. Пойдет. Так, вот эти сначала попробуем. Вот тут. Ну-ка, я их положу на колени, потому что так вообще мне неудобно. Ой, прости. Больше же набираю. И до уголка. Уголок не наносит, не наношу. Вот так. Сейчас еще. Ой, что это у меня такое? Нос потек. Лучше пусть нос течет, чем глаза, да? Вот так, поняла? Красиво? Красиво. Угу. Теперь сюда. Все черное как бы забиваем. Вот. Блесками. Только то ресниц. Не дай бог глаза насыпать этого.
Это надо аккуратно делать. Но именно вот такие блестящие, да. Да, на подложку. Можно вот сюда чуть-чуть вывести, но там уже без клея. Просто вот так вот к стрелочке чуть-чуть вывести. Так, сейчас мы. Дальше. Видишь? Сейчас, прости. Угу, смотри. Теперь вытираю эту кисточку и в уголок делаю белым. Вот этим вот дохром. Или мультихром, или кто он там, спаркл. Не сиреневым вот этим, а светлым. Короче, из-за этого может глаз сильно течь, из-за того, что тут кругом эти блестки. Вот они, видишь, стекли все оттуда. Не знаю, получится мне это. Вот так. Сейчас. Слишком, по-моему. Ну ладно, теперь уже слишком, не слишком. Ветер не дает ничего нормально сделать. Так, сейчас еще глазик надо закрывать. Ой. Я сейчас еще наложу, у меня все стекло. Остались только ресницы. Давай тебе. Так. Ну-ка, вот так, смотри, быстро клеим тебе сейчас. Давай. Все. Уголок. Закрой глаза, пожалуйста. Давай тут. Все. У нас сейчас одинаково. Думаю, тут надо стрелку поправлять. Короче, сидеть еще. Возюкаться. Это еще не закончилось все. Еще набить вот так. Еще набить. Вот у меня глаза не текут. Нет, ну слава богу. У меня вот текут. Все, короче. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, слава тебе. Ну-ка, закрой глазки. Так, я тебе в уголке стрелочку чуть-чуть. Дай-ка в этом. Сейчас тебе вот тут. Здесь, конечно, должна быть идеальная, красивая такая стрела. Ну ладно, все, красим ресницы, да? Мы с тобой только пробуем, моя сладкая, моя любимая. Губы каким хочешь. Подумаешь, ну давай. Ой, закрывай, моргай, это я закрываю. Кто ты? Слышишь звуки?
Это белки, что ли, или птичка какая-то, не знаю. Это белки. Наверное, он что-то вот так делает. Ай, солнце так. Я не знаю, кто это. Что за животное такое? Первый раз слышу, я не слышала, чтобы белки так делали. Озвучивает на видео, да? Я сниму потом макияж этот, на солнышке прикреплю. Смотришь, еще же гулять пойдем с тобой. Это точно белки. Мне нравится красиво. Ну, это, конечно, нарядно. Я ничего не говорю. Это нарядно, да. Это не нюдовый макияж, как в прошлом видео. Он такой. Ну, я бы не сказала, что он такой уж прям какой-то вульгарный. Согласна со мной? Ты моя хорошая. Давай черная. Давай, моя сладенькая. Хорошо, реснички прокрасим. Я как белка. Давай. Моя сладкая. Давай. Ты моя красавица, любовь моя. Принцесса. Мы с тобой куколки, куколки. Давай. Туда мне отсвечивает, то сюда. Солнышко, солнышко, мы тебя любим. То солнце в глаз, то ветер, то... Ой. Так. Люблю тебя. Приходи ко мне почаще. Лес накрашивает, пойдем гулять. Воздухом дышать. Наслаждаться природой. Красотой, солнцем. Светом, любовью, да? Не знаю, Киллиан Лав. У меня на смену. Напиши мне в комментариях, если ты, если он у тебя есть, или ты его пробовала, или сейчас со мной попробовала, как ты его, что он тебе нравится, или как в палец ткнула. Я неаккуратная. Ой, Господи, прости. Аккуратная, да? Ладно. Ну, скажи, как красиво под ресницами нежными смотрят.
нравятся вот эти блестки. Супер. Классно. Это не я придумала, я видела такое. Я стала много смотреть видео всяких американских блогеров там. Ой, сколько у них косметики, Юргенды Коды. Я их компании, по-моему, косметические заваливают. Там даже 2-3 тысячи, ну, подписчиков на канале. И они показывают у них комнаты, вот эти съемочные, да? Они завалены косметикой от брендов. Лишь бы вот они сидели и на лице тестировали косметику. Это просто пипец. Я тебе уже говорила про это. И там разных возрастов. И молодые, и очень много взрослых женщин. Я вот этому удивляюсь. Я думаю, они на этом зарабатывают хорошо. Не знаю. Если знаешь, напиши. Наверное, зарабатывают хорошо. Они не на рекламе вот видео зарабатывают. А зарабатывают за то, что они вот снимают видео, как бы. Люди видят эту косметику, может стараться купить, они делают макияж, да? Скорее всего, потому что там, ну, тетки есть вообще, ну, взрослые тетки. Сидят вот и пошла колбаситься подряд. Вот недавно одну смотрела, она показала, какая у нее старая комната была, как она сделала ремонт. Ну, там горы просто, горы, вот горы, чуть ли не до потолка, всяких брендов косметики. Так, смотри, глаза. Тут тени можно только вот так, да, смотри. Давай вот так, хоть чуть-чуть прическу сделаем. Знаешь, я ее наводила, как сегодня, честно. Старалась. Чуть-чуть есть объем, да? Чуть-чуть есть. Такую сюда ножку, да сюда любую. Я хочу нюд какой-нибудь. Хочешь нюд? М? Так. Сейчас моя сладкая. Тут, прости, пожалуйста. Ой, да у меня вот колпачок упал от карандаша. Я все время забываю закрывать вот эти карандаши, которые сохнут. Я взяла салфетку. На, пожалуйста, вытирай губки. Вчера красить губы. Сейчас мы что-нибудь с тобой придумаем. Темную не хочу, будет старить. Так, моя сладкая. Так, что-нибудь такое, хочешь? Да? Давай я попробую себе, потом ты захочешь, я тебе накрашу. Давай, маленькая куколка. Это Фаберлик. Это очень пигментированная помада. Красивая. Это кремовая помада с матовым финишем. Ну, такая приятная. Темновато, да. Темновато. Не хочу такую. Так, сделаю вот так. Так, сейчас тоже модно. Сейчас. Христиан Диор 640. Угу. Получится чуть потемнее. Я тоже помада сначала сделаю. Так же сделаешь, да? Хочешь все, как у меня сегодня, ну ладно. Мне кажется, супер. Если честно, я плохо вижу вот сюда, потому что освещение. Ну, глаза мне нравятся, они такие озорные.
Супер. Получились именно вот что с нижней. С нижним акцентом на нижней веке. Нет, только блеск тебе. Ну ладно. Дальше вторая. Эта помадка здесь никакой роли не сыграла, если честно, я так считаю. Так, давай мои сладкие губки. Давай. 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 Супер. Ну чё? Ты в зеркало посмотрела? Дай тебе зеркало. На. Смотри, какие глаза. Ну, супер же. Не знаю, мне это нравится. Вверху ничего нет, кроме стрелочки, да? Не надо. Посмотри. Давай. Ну-ка. Так. Ничего лишнего. Супер аккуратненько. И губки хорошо, акцент на глазки. Все, моя сладкая, мы накрасились с тобой. Ты кофе допила? Понравился тебе макияж? Пиши в комментариях. Что-то я буду желать тебе спокойной ночи. С кисточками хочешь? Да, с кисточками. Люблю тебя, люблю. Желаю тебе спокойной ночи сегодня, моя сладкая. Спасибо, что пришла ко мне. Спасибо, спасибо, спасибо. Люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя. Приходи ко мне почаще, расслабляйся, отдыхай. Спокойной ночи тебе сегодня желаю. Пусть все. Спокойной ночи. Пока-пока-пока-пока-пока. Спокойной ночи, спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Пока-пока-пока-пока. Спокойной ночи, спокойной ночи. Пока-пока. Это я. Как всегда, показывал макияжиком. Тут на верхних веках только стрелка. И внизу. Глаза у меня страшно текут. Пойдемте на солнышко. Я считаю, очень красиво. Мы накрасились с тобой. А солнце я не вижу вообще ничего сейчас. Сейчас гулять пойдем. Возьму сейчас бритушу. Пойду гулять. Он, кстати, здесь где-то лазит со мной. Вон он ходит. Привет, мой сладкий. Сейчас покажу вам его. Где он? Так, где-то там. Где-то. Вон он. Ну как макияж он? И он, да вот так, что ли, как-то в тенек, кстати. Короче, я не знаю, вот. Вот такие глаза. Супер. День удался, я себе сегодня нравлюсь. Пиши, как тебе макияж. Люблю тебя. Спокойной ночи. Пока-пока. Мы погуляем, пойдем. Хороших выходных. Пока-пока.